Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, с вами вновь вернемся в просто мега обалденную игрушку под названием Happy Room, конечно же. Так как прошлой серии вам понравилось, поддержали лайками, то вот выходит и продолжение. Поэтому не забывай ставить лайки, тем более, если наберем 3000 лайков, то новая серия выйдет уже сразу же завтра. Поэтому давай лайку ставь. Так, ну и конкретно смотрим, что у нас по заданиям есть. Нужно оторвать испачканную в кислоте часть тела подопытного, поэтому давайте попробуем это организовать. Хотя, возможно, мы возьмем с вами какой-нибудь апгрейдик. У нас есть огнестрельная кислота. У нас, по-моему, не прокачанная. Кислотная пушка, да, не прокачана, поэтому давайте-ка ее переделаем. Мне подсказали, что можно сбрасывать улучшения, поэтому будем этим пользоваться. Спасибо, что пишете советики разные, это помогает, конечно, да. Так, и давайте поставим блок, например. Начнем с блока, на него нафигачим как раз-таки кислоты как можно больше. Так, кислотная пушка вот такая вот у нас прекрасная. И вот таким вот образом забубиним ее. Так, поставим сразу с разных сторон несколько, чтобы уж наверняка кислотой его оторвало. И нужно сейчас поставить что-то такое, чтобы его разрубать, но лучше всего, кстати, справляется у нас топор, поэтому топоры, наверное, я и нафигачу в как можно большем количестве. Так, вот здесь поставим, вот здесь поставим. Все, мне пока что хватает вроде на все остальное. А так, и давайте еще, наверное, поставим мы пружинки. Пружинку правую, пружинку правую, пружинку левую, пружинку левую. И, не знаю, левую, правую еще вот здесь поставлю. Наверняка он в них воткнется. И запускаем нашу битву. Надеюсь, что что-нибудь я ему оторву, а то это будет обломно, если нифига его не отфигачит. Ничего не оторвется, мне все же деньги-то надо зарабатывать. Так, давайте что-нибудь отрывайте ему. Топоры мои, работайте, пожалуйста, отрывайте ему что-нибудь, а то будет совсем мега фейлово. А вот и все, выполнил задание. Теперь нужно 8000 урона нанести. Но я что-то не уверен, что у вас получится 8000 нанести, потому что кислота уже вся закончилась, поэтому можно, в принципе, застопориться. Так, и мы убираем пока что кислоту. Нужно нанести 8000, неинтересно, 10 секунд под лазером в воздухе. Вот это любопытненько. Так, лазер, как он у нас будет работать? Мы еще лазер не тестировали. Так, пока что поставим вот так вот. А, стоп, нужно апгрейд, наверное, лазера поставить, чтобы его можно было на пол воткнуть. Так, и увеличить радиус, установка на полу и на стенах. Во, как раз то, что нам нужно. Так, поэтому скидываем вот так вот. Кстати, если я как-то хрипло разговариваю или буду подкашливать время от времени, у меня, я сейчас болею, у меня температура, все дела. Поэтому, да, вот. Если что, я вас предупредил, чтобы вы не офигевали, что я иногда могу подкашливать или еще что-нибудь такое. Так, ну-ка, давайте посмотрим. И это не... удерживает лазером в воздухе вообще никак. Я не особо понимаю, как я его должен удерживать в воздухе. Видимо, я просто должен держать его в воздухе, и он должен получать за это время урон. Так, ну давайте сделаем булаву, например, несколько штук. Как вариант, очень неплохая система. Как раз-таки нафигачим их вот таким вот образом. Так, вот так вот. И фигачим мы теперь еще лазеры. Надеюсь, это так должно работать. Надеюсь, что это именно так и будет работать. Надеюсь, что 10 секунд лазеры будут жить. Ну-ка, если вот так делаю, то нет, 10 секунд под лазером в воздухе именно. То есть... он должен летать по всей квартире этой нашей, образно, комнате и получать всегда урон. Но при этом он всегда должен двигаться, но, скорее всего, это можно сделать через портал. Во всяком случае, так смотрю, что портал должен наиболее правильным быть, если я не ошибаюсь. Ну-ка, давайте-ка закидываем его. И время, да, добавляется, вот как он и будет получать у меня урон. Все отлично, мы решили эту головоломочку, если так можно сказать. Так, ну и тем временем лазер должен вроде надамажить на нужное количество времени. 10 секунд, надеюсь, пройдет. Вот, давай-ка, пожалуйста, 10 секунд. Все отлично. Мы сами справились. Лазер у нас сработал. Подопытный пролетает через 12 мини-лазеров. Мини-лазер это что такое? Это считается вот этим или нет? Пролетает через 12 мини-лазеров. Нет, это что-то другое. Видимо, мини-лазеры у меня еще пока не открыты, потому что следующее открытие как раз-таки какие-то два лазера. Так, нужно тогда фигануть бомбами. Как вариант, сейчас нафигачу я целую кучу мин. Такс. И вот так вот фигачим мы это добром. Такс. Оп, готово. Оп, готово. Не знаю, сколько я успею их поставить. Надеюсь, что достаточное количество, чтобы нанести 8 косарей. Немного криво, конечно, разместил. Кошмар перфекциониста просто сейчас происходит. Ну, что поделать. Так вот у меня получилось. Так, оп. Ну, один ряд не задел. Но 8000 урона хватило, отлично. Мы открыли еще одно достижение. Даже одну мину при этом не задели мы с вами. Но ничего страшного, сейчас мы удалим все вот это добро. И что у нас в следующем появилось? Подопытный облетает по часовой стрелке вокруг блока с четырьмя мини-лазерами. Господи боже, какое ужасное задание. Так, у нас мини-лазеры должны были появиться. Как я правильно или неправильно понимаю? Так, где эти мини-лазеры? Или мне еще... а, мне не хватило. Блин, гораздо больше урона будет. Так, ну мини-лазеров у меня пока нет. Значит, через 12 мини-лазеров подкинуть на 3 метра копьем. Так что давайте будем подкидывать копьем этим. Только я не понимаю, как мне его подкинуть на 3 метра, используя только колья. А, то есть вот так вот он подлетит.
сейчас вот он подлетает, а как мне его еще выше подкинуть? На следующее копье нафигачить его? Но копье на блок же не ставится вроде. Если я поставлю вот так, то он выше ведь не подлетит? Нет, это так не сработает. Если он будет прыгать по разным копьям, то это тоже вроде как не помогает. Ну, допустим, я воткну еще три сюда, и будет ли он подбрасываться как-то еще? Вот он максимум вот это подлетел, и больше он особо-то и не подлетает. Как мне его еще выше-то подкинуть таким образом, я не особо-то понимаю. И почему-то шипы не особо эти коли хотят срабатывать, когда мне нужно. Там они вполне себе могли сработать, но что-то не захотели. Ну-ка, давайте ускорение посмотрим. Если с ускорением все еще этого не хватит, то, значит, шансы у меня небольшие. Так, ага, если он прямо на земле находится, то его подкидывать немножко получше. Но не то. Возможно, стоит его кинуть боком, как вариант. Если он вот так вот пролетит, то, возможно, это как раз-таки даст нужное расстояние. Если я телепорт поставлю, например, сюда. Так, сейчас мы удалим тогда эту хрень. Вот так вот портал, вот так вот портал. И, возможно, нужно, чтобы он полетел боком у нас, как вариант. Поэтому давайте попробуем. Залетай сюда. Так, опа! И 3 метра почти было достигнуто. Значит, мы более-менее близки к тому, что нужно получить. Возможно, портал нужно было подвинуть немножечко в другую сторону. Сейчас попробую я подвинуть портал. Сталище наш в другую точку, вот, чуть-чуть вот правее, например, и, возможно, тогда этого хватит. Сейчас проверим. Так, в смысле, только один портал поставился. Так, давай ставь сюда и вот сюда. Все готово, давай еще разок. Оп, залетает, опа! 3 метра почти было достигнуто. Так, может быть... О, отлично, все, прокатило. Шикарно! Используйте их пираний в блоке воды. Но у нас блока воды тоже, по-моему, еще нет. Да, вот пираний, блок воды, все это у нас будет позже открываться. Теперь нужно будет просто миллиарды урона наносить нашему товарищу, иначе мы и так застрянем на одной позиции. Так, вопрос, чем бы его фигачить так жестко, чтобы он у меня набил прям по максималке урон? Бомбы, как мы поняли, вроде не работают, если я нафигачу сейчас прям идеально мин. Ну, если даже так размещу мины, то вряд ли хватит урона, мне такое ощущение. Я там вот чуть-чуть продвинулся дальше, но, возможно, если бы он вот эту пачку куда собрал, тогда, может быть, бы и хватило. Знаете, как можно тогда сделать? Вот эту пачку убрать и, например, вот сюда нафигачить этих мин, которые будут просто наземные. Ну-ка, давай-ка еще разок. Но и все равно мало. Не хватает. Надо что-то другое придумывать. Либо кислотой его, может быть, кислоту на него нафигачить или еще что-то из этого формата. Так, кислотная пушка, она, по-моему, не увеличивает урон, ведь, если я не ошибаюсь, по нашей цели заморозка, лазеры, арбалеты, дробовики, это все слабенько для нас. Так, мины нам тоже особо не нужны. Так, надо тогда поставить что-нибудь убойное. Огнемет, например, сколько будет сносить урона? Лазер он слабо фигачил, насколько я помню, поэтому лазером я, наверное, его трогать не буду. Давайте тогда скомбинируем вообще все подряд, чтобы прям работало по максималке. Кстати говоря, у меня еще есть задание 10 монстров на гравитации, кстати, про которое я забыл, а там платят денег нормально. Так, поэтому, наверное, поставим. Так, сколько монстров разместил? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 монстров как раз есть. Так, и нам нужна нулевая гравитация, чтобы наш чувачок летал по всей локации, постоянно находясь под бонусом нулевой гравитации. Так, вот так вот поставим тогда. Сюда. И еще вот сюда, конечно же. Так. Я вот не знаю, ставить ли какие-нибудь панельки, которые просто вверх подкидывали. Наверное, без них попробую пока. Так, теперь нужно дофигища бонусов нулевой гравитации, чтобы он всегда находился под ее действием. И чтобы они нужное количество времени как раз-таки провисели всей этой толпой. Так, давай-ка сюда. И где-нибудь в пробелах еще натыкать, которые у нас тут остались. Где самые большие пробелы? Вот тут у нас... Вот тут вроде все. Надеюсь, этого хватит. Так, ну и запускаем ускорение, а то слишком долго будет. Так, 10 монстров у нас летает, и пока что гравитация работает, но она может в один момент просто взять вот так вот и обломаться. Так, один вопрос, а монстры сами не активируют ведь гравитацию? А что так громко-то стало? Так, ну ладно, почти что продержались нужное время. Смотрите, осталось совсем немного, возможно, мы сами додержим. Чуть-чуть не хватило банально, вот прям от милипуську, и мы бы продержали 30 секунд. Так, можно дать попытку номер 2, давай-ка еще разок попробуем, может быть теперь сработает, если... Ну, просто каждый раз, каждый запуск у него может меняться система, поэтому вот оно все происходит как-нибудь по-необычному. Так, вот здесь он застрянет надолго, и поэтому не прокатит. Нужно перезапускать и надеяться, что в конце концов один из вариантов сработает как надо, либо же не запускать его в какую-нибудь другую сторону, как вариант. Так, стоп, скорость надо поднять, а то... Мы так задолбаемся ждать, в итоге тут хотя бы 15 секунд придется подождать, а в других вариантах придется ждать в разы дольше. Да что ты все время, блин, в одном месте-то обламываешь? Так, погодите, а с гравитацией у меня прокачка сделана? Да, сделана прокачка на нулевую гравитацию.
Я даже не знаю, что еще добавить. Мне денег-то особо не хватает, чтобы еще какие-то приколы сделать. Может, еще нулевой гравитации нафигачить какой-нибудь вот здесь, например. Так, давай еще разок. Вроде боковые панельки он особо у нас не трогал, поэтому я и смотрю, что, наверное, будет норм. Так, ребята, не мешайте, пожалуйста. Здесь процесс идет максимально важный. Нифигачьте. Да почему, блин, эта панелька? Так он же находится в нулевой гравитации. Почему она обламывается-то так постоянно? Так, еще разок давайте. Все, последний раз из таких. И если больше не прокатит, то попробуем в следующий раз, видимо, эту хрень использовать. Я уж пока нафигачу ему побольше урона. Если он сейчас не даст мне слабину, пожалуйста, держись на панельках. Осталось немного, да ладно там, буквально пару секунд оставалось, и он бы нормально сработал. Нет, он меня все время обламывает. Что ты такой вредный-то, а? Так, ладно, пока он летает, пока гравитация работает каким-то боком. Но не, она все равно в облом идет. Ладно, решил я еще раз попробовать это все переделать. Надеюсь, теперь прокатит. Во всяком случае, тут и панельки справа прыжковые стоят. И, в общем-то, гораздо более правильно распределены сами нулевые гравитации. И надеюсь, что прокатит хоть как-то. Но пока что я вроде держусь получше, чем до этого было. Я думаю, что у нас есть шанс все же в этот раз пройти. Поэтому давайте еще раз его запустим. И это самое, по-моему, душное задание, которое есть, потому что капец какое оно бесячее. Если сравнить со всеми остальными, оно, блин, хрен его знает, как повезет работает абсолютно. Может повезти, может нифига не повезти, вот и все. Чисто на удачу считайте все это добро. И я буду надеяться, что удача будет на моей стороне, и мы все же продержимся с этими монстрами в гребаной нулевой гравитации эти гребаные 30 секунд. И пока что вроде все идет неплохо, но сейчас она закончится, и у меня опять будет облом, потому что эти штуки с нулевой гравитацией работают супер. Странно, по той причине, что, ну, просто они как бы иногда срабатывают, когда наш персонаж на ней находится, а иногда им вообще по барабану. Работает она, не работает, там вторая гравитация, вообще игре без разницы. Так, ну, пока что вроде держимся, даже возможно в этот раз мы добьемся 30 секунд, если последний момент... А, да ладно, офигеть, наконец-то 30 секунд продержались в этой гребаной нулевой гравитации. Пожалуйста, больше не нужно мне это задание сувать, оно ужасное, не хочу еще раз с ним знакомиться. Так, время кормить рыбок, яркий коктейль, сжечь подобного в воде, затем заморозить его в другой воде. Нифига себе, подобное облетает, так, мини-лазеры, все понятно. Короче, теперь нужно нафигачить ему просто тонну урона на всех возможных развлекухах наших местных, поэтому давайте-ка фигачить еще больше ловушек. Что тут можно придумать? Надо еще подумать, какое оружие мне дофигища урона наносит. А то я как бы знаю, что у нас есть способы наносить урон, но чтобы прям дофига, я не знаю, чем надо его фигачить. Попробуем кислоту поставить, там на полу всякие прыжковые панельки, это понятное дело, чтобы у нас он летал по всей карте. Нужно ему как можно больше прописывать. Пока что все основные вещи для нанесения урона я купил. Даже вот эти панельки на полу тоже будут наносить урон, поэтому они тоже неплохи. Так, еще можно, например, что зафигачить? Огнемет как вариант давайте поставим, заморозку можно фигануть, чтобы прям вообще все подряд было. Так, еще огнемет воткнуть куда-нибудь, у меня, кстати, он особо не прокачанный, поэтому вряд ли от него будет много толка, ну да ладно. Так, булаву еще можно захреначить, чтобы он где-нибудь застрял, пока деньги есть. Ну и поехали смотреть, прокатит ли в этот раз нанесение побольше урона, чем в прошлый раз, и можно пока что ускорить, потому что эти полеты и фигачение будет довольно-таки долгим, скорее всего. Так, ну, пока он страдает конкретно, но не знаю, больше ли мы нанесем урона, чем обычно наносим ему. Так, на булаве снова повис, огнеметы, пилы еще работают. Ну, пока, слушайте, хорошо идет, смотрите-ка. Мы нашли, наконец-то дошли до мини-лазеров. Сейчас еще и пираньи откроем, наконец-то. Сюрикен, вот это урон сразу поехал. Я думал, что гораздо хуже будет все у нас. Так, ладно, новое оружие у нас появилось. Чистим тогда карту и смотрим, что мы следующим придумаем. Так, мини-лазеры. Что нужно там сделать? Подопытный пролетает через 12 мини-лазеров. Надо прокачку мини-лазеров сделать, судя по всему. Так, мини-лазер прокачали, 5 пираний тоже прокачаем, потому что нам вроде пираньи будут нужны, остальное пока оставим. Так, мини-лазеры, как тебя заставить пролететь мимо них? Ну, в принципе, самое логичное, как через них пролететь, это вот таким вот образом. Что, почему? А, они две штуки ставятся, все понял, это вот так работает. Я сначала не понял, к чему это, а теперь понял. Так, вот так вот. Сначала не понял, потом как понял. Так, и надо только их вот так вот хреначить. Капец, как это неудобно, конечно. Каждый из них придется вот растягивать по всей карте. Но главное, чтобы мы выполнили задание, да. Поэтому можно и вот так вот помучиться немножко. Так, сейчас растяжку эту сделаю ужасную. Капец, как надо будет долго с ней возюкаться. Но ничего, я ее размещу. Пока, кстати, этим занимаюсь. Пускай сегодня кодовое слово будет
боль. Пускай будет боль снова, у нас кодовое слово, да, потому что это то, что я сейчас испытываю, когда расстыкиваю эти мини-лазеры. Сейчас будет супер-сетка из этих мини-лазеров. Так, еще нужно портал воткнуть, не забыть, телепорт, потому что иначе все не заденутся, поэтому надо как-то вот тут что-то, да, придумать. Так, мини-лазер сюда уже не впендюрить, сюда можно еще впендюрить, хотя бы вот таким вот образом можно делать еще. Кстати, да, надо вот так вот лучше сделать. Крест-накрест этакий, чтобы здесь гораздо больше задевало лазеров. Так, вот здесь, вот так вот. Так, он же заденет, нет, что-то он плохо, по-моему, будет задевать. Так, еще сюда, пока он будет падать. Так, и вот сюда еще где-нибудь, наверное, заденет, не заденет. Но там я больше никуда не могу прихреначить лазеры дополнительные. Так, сколько у нас лучей здесь? Раз, два, о, господи, проще запущу и посмотрю, сколько... А, все, что ли? А это 12 мини-лазеров уже считалось? Ну ладно, окей. А, так, подопытный облетает по часовой стрелке вокруг блока с 4 мини-лазерами. Господи боже, какое ужасное задание. Так, ладно, облетает вокруг блока. Допустим, мы поставим вот так порталы. Если я правильно понимаю, как это работает. Так, эти можно пока убрать, лазеры, они мне все равно не нужны. Так, теперь он должен это как-то облететь и задамажиться, все это добро. Ну, наверное, надо как-то вот так это фигануть, чтобы точно его задевало. Хотя я не уверен, что это именно так должно работать. Ну, попробовать... А, ну да, что это я делаю? Это как он облетит-то у меня, если я тут поставил блоки, и хрена с два. Вообще, что-то будет. Так, облетает по часовой стрелке вокруг блока с 4 мини-лазерами 3 раза. Как это организовать-то, я даже не особо понимаю. Так, всех пираний блоки воды, ударить подопытного колом 8 раз, пока он находится в воде. Да у меня не открылась вода, по-моему, или открылась вода. Где вода вообще находится? Или пираньи это есть вода? Так, пираньи... А, пираньи и есть вода, хорошо. Тогда еще ладно. А, так, можно потестировать тогда вот эту хрень. А, так, пираньи в блоке воды. Использовать всех пираньи в блоке воды. В смысле? А, типа должны сожрать его все... Все должны его сожрать, ясно. Точнее, все пираньи должны закончиться на нем. Давайте запустим. Так, и я выполнил это. Использовать всех пираньи в блоке воды. Ну да, используем. Все, выполнили. Шикарно. Изи. Так, 7 секунд волна грави-пушки. У нас пока нет грави-пушки. Так, колом 8 раз, пока он находится в этой хрени. Ну, это не особо вроде сложно, но не то чтобы прям супер просто. К сожалению, кол нельзя нахреначить, по-моему, на этот. А так, кол. Кол у меня есть, да, но его нельзя на блок нахреначить. Если бы я мог на блок нахреначить, тогда было бы гораздо проще. Так, можно попробовать, конечно, хотя нет, наверное, просто надо поставить кол как вариант. Давайте посмотрим, если он просто на кол будет падать, то сработает ли это достаточное количество раз. Но надо несколько колов поставить по ходу, 8 раз, чтобы его наколоть, надо прям дофигища колов. И либо же всю локацию заставить этими, как его там... Всей водой всю локацию заставить, как вариант. Это бы тоже могло прокатить. Так, пираньи еще мне нужны. Так, давайте еще пираньи, чтобы побольше водички было. Вот так вот. И поехали, пошли. Так, раз. И можно ускорить, потому что это будет довольно долго, скорее всего. Так, как это медленно нас подкидывает. Так, ну пока держимся, нормально. Достанет ли он до следующего кола? Вот вопрос. Да, вот он просто... Просто в один момент вот эта хрень, скорее всего, и произойдет. Надо, наверное, расстояние колов немножко поменять друг от друга, чтобы они стояли вроде как и близко, но чуть-чуть подальше, в отличие от прошлого. От этого я их прям вот так ставил, здесь буду вот так ставить, с небольшим пробелом. Там буквально мизерный пробел, но думаю, что он как раз-таки может нам помочь в дальнейшем нашем прохождении. А может быть, и нифига не поможет. Все зависит от того, как пойдет сейчас. Тут все как-то зависит от того, как пойдет. Можно, в принципе, одинаково все запустить, но так как наш чувачок по-разному летает, то как бы тут это, да. Как пойдет, так и пойдет. Так, еще один кол, дальше вода работает. Все, 8 раз мы его зафигачили. Дальше нет смысла его мурыжить, зачем нам это нужно. Так, нужно теперь избавиться от этого добра и нужно что-то с ним еще сделать. Так, нужно сжечь подопытного в воде, а потом заморозить его в другой воде. Так, отжечь прям его нужно. Прям сжечь нужно, да? Так, нужно огнемет тогда качнуть. Огнемет качаем. Так, и где у меня он? Вот он. Типа вот так вот я его сожгу, это считается. Так, я его сжег, да. Так, все, значит, он упадет вот сюда. Если он направо упадет, то я смогу его откинуть при помощи пружинки. Как вариант. Смотря куда он улетит, правда. Так, вот все, он сейчас должен упасть. Ну, конечно же, он упадет куда хочет, потому что у него своя логика. Так, правая пружина, левая пружина. Так, и запускаем еще разок. Ну-ка, давай-ка, падай. Так, все, улетел. И теперь нужно его где-то вот в той части еще заморозить. Я не знаю, насколько эффективно все это будет сейчас. Ну, ща попробуем. Так, много воды просто поставим и куда-нибудь замораживающую пушку. У нее вроде довольно большой радиус, поэтому я, скорее всего, попаду.
Так, куда надо? Так, давай еще разок, запускаем. Сейчас, правда, он свалится, скорее всего, в левую сторону, как я и предполагал, потому что он непослушный хрен у нас, непослушный подопытный, который теперь будет падать всегда в левую сторону, потому что он хочет так, потому что у него там медом намазано или чем еще у него там намазано, но, короче, я его ненавижу за это, за то, что... Смотри, сейчас я поставил ловушек с этой стороны, и он такой скажет, не, я теперь в правую сторону упаду, спасибо, что время на меня потратил. Так, давай еще разок, смотрим. Сейчас он упадет в правую сторону, не? Не, нормально, смотри. Но там я его не заморозил в воде, я не знаю, что в этом случае придумать, либо просто заморозки не хватило, может быть, побольше заморозок нафигачить. Типа, одна не успела заморозить, мы просто их много воткнем. Так, сюда дофигища, давай, вот так вот, все готово, ну давай посмотрим теперь. Так, господи, как игра лагать начинает, когда вот эта дичь происходит, из-за того, что очень много пираний, игра начинает лагать. Так, о, я выполнил, что ли, задание? Так, 15 секунд заморозка, 8 секунд грея пушки, откинуть подобного плазменными пушками от обеих сторон. Да, то выполнилось каким-то боком, я даже не успел заметить, как оно выполнилось, но оно выполнилось в итоге. Так, плазменными пушками от обеих стен, 7 секунд в волнах гравипушки, 15 секунд заморозки и луча гравипушки. Ооо, чё так много гравипушки-то? У меня еще гравипушка-то не открыта. Кстати, сюрикены, как они будут фигачить, надо будет посмотреть. Надо хоть разочек фигануть его сюрикенами будет. Так, ладно, 15 секунд заморозки в лучах гравипушки. Нам в основном гравипушка, значит, нужна. И вот эта вот возможность облететь вокруг света, короче. Так, чё, опять его и льдом, и кислотой захреначить всем, чем можно? Кстати, а чё, можно так ставить, что ли, было на его камеру прям? Я чё, думал, что так нельзя. Так, ну ладно. Так, ледяная пушка. Сейчас пойдем по прошлой системе. Только, возможно, она будет более сильная. Но топоры хорошо урон наносят, поэтому я... С топорами пока что останусь еще. Пускай будут у нас они. Если они так хорошо дамажат, то почему бы их не использовать дальше, да? Так, нужны пружинки, чтобы он у нас летал по всей карте и задевал все ловушки, иначе это все работать у нас не будет. Так что он должен летать и страдать у нас. Так, так, давай сюда. Да давай ставь все уже так сюда и последнее сюда. Чё-то не втыкаешься. Так, и еще топоров может добавить. Так, у меня не хватает, правда, немножечко денег. Можно, конечно, избавиться от одной прыжковой панельки и поставить еще один топор, как вариант. Ну, давайте посмотрим пока, сколько урона нанесется в текущих реалиях. Очень много топоров, они довольно-таки не слабо дамажат, плюс кислота. Поэтому вроде как должно быть и неплохо. Так, и будем смотреть, пока он как страдает. Еще благо, кислотная пушка прокачана, оставляет кислотные лужи, на которых он тоже немножечко наносит, получает, точнее, дополнительный урон. Так, гравипушка открылась, все шикарно. Чего я и хотел, собственно, чтобы у нас открылась гравипушка. Так, и все, он отвалился у нас здесь и валяется. Новый рекорд, мы с вами получили еще больше ништяков. Так, теперь нужно гравипушку, да, испытывать. Гравипушка и плазменная пушка. Так, 7 секунд в волнах гравипушки. Нужно прокачку гравипушки делать. Так, 50% установка на полу и все такое. Это понятно. Так, гравипушка, как ты работаешь? Ты его просто держать будешь? Да, она просто его держит, значит, мы можем над ним, по идее, так и изгаляться. А он все еще в лучах волна гравипушки находится? Так это вообще самое язычное было задание. Так, плазменными пушками от обоих стен откинуть. Плазменные пушки. Ну, если надо от стен просто откинуть, то это легко. Так... Сейчас главное только его фигануть в нужную сторону, но это через портал можно сделать, например, чтобы он оказался там, где я хочу. Так, портал ставься, все, давай закидываем. И плазменная пушка, это, наверное, самое медленное, что есть в этом мире. А может побыстрее работать, не? Не, она капец какая медленная, просто вообще никуда не торопится. Так, давай, откидывай его. О, давай. И в смысле, я же его уже задела. Так, стоп, оп, откинуть. А, видимо, прям нужно докинуть до другой стороны, офигеть. А, плазменная пушка, телепорт на потолке. У нас такое реально задание есть, серьезно? Так, давайте тогда я побольше плазменных пушек добавлю, они такие тормознутые. Ой, эти плазменные, да, не гравипушки. Так. Довольно дорогие, кстати говоря, если так смотреть. Но урон у них я бы не сказал, что прям великий какой-то, ну, допустим. Надо еще будет все фаталити потом открывать. Если будет много лайков, то обязательно сделаю ролик по всем фаталити в этой игре. Ну, в смысле, его же откинуло плазменными пушками от стены, от обоих стен. Одновременно, что ли, должно откинуть? Типа, он даже долететь не должен успеть, или как? Вообще странно это задание. Нужно прямо, чтобы и пушки и тогда сработали. Тогда это будет идеально, по мнению игры. Чтобы его слишком сильно не откинули, но при этом откинули. То есть нужно мощь немножко уменьшить с этой стороны. Так, и как это вообще? Две пушки должны его только долбануть. Он слишком жестко отлетает. Оп, давай, оп, все, отлично. Значит, просто перебор был в мощи. Так, плазменная пушка, телепорт на потолке. Видимо, его надо закинуть обратно в телепорт.
Каким образом? Наверное, вот так вот. Снизу поставить плазменные пушки, да? А снизу их нельзя ставить. Они только на стене, что ли? А, я же прокачку для них не делал. Так, огнестрельная. Сделаем вот так. Сбросить улучшение. Так, так, все сделали. Так, плазменная пушка вот так вот. И, надеюсь, этого хватит, чтобы его подкинуть на достаточное расстояние. Я не знаю, что из этого выйдет, но допустим... А, ну да, сработало с первого раза. Я думал, что это будет гораздо дольше у меня. Но нет, спокойненько сработало. Так, дальше у нас что? Ракета-булава? Что значит ракета-булава? У меня ракеты еще, по-моему, нет, да? Ракеты у меня пока нет. Ракеты мы с вами не открыли, ракеты пролетели, 15 секунд заморозки и лучах крови-пушки. Ненавижу задания, в которых нужно очень долго что-то вот так вот, да. Но, в принципе, здесь вроде реализуемо, потому что я могу вот так вот сделать. А, поставить еще крови-пушку. Вот таким вот образом, да, можно сразу их много, например, воткнуть, чтобы точно сработало. И заморозку мы с вами фиганем. Можно ее прям по всей ширине вот так вот поставить. Наверное, это сработает. Так, ну и смотрим, что выйдет. А, ну да, работает. Он как будто вознесся, просто в рай ушел куда-то. Так, ну, пока я его держу, но что-то как-то так себе получилось. Я ожидал, что будет гораздо лучше, а в итоге фигня какая-то вышла. Так, ладно, у нас есть еще пачка квестов, надо бы что-то с ними придумывать. Нужно будет вот эти вот все ракеты еще открыть и тому подобное. Ну, ребят, надеюсь, что лайками вы поддержите данный ролик, чтобы мы с вами проходили дальше, чтобы мы с вами полностью прошли Happy Room, а потом мы еще сами будем делать все виды фаталити, которые есть. Фаталити — это когда ты очень много урона наносишь определенным видом оружия, и открывается определенная секретная катсцена. Поэтому ставь лайк, если наберется много лайков, то обязательно сделаю. Давайте 5000 наберем, и я точно сделаю потом ролик по всем видам фаталити в этой игре, если будет 5000 лайков. Ну а с тобой был Кристалл, не скучай, не болей. Скоро увидимся, надеюсь, мое больное горло вас особо не доставало. Вот, все, давайте. Скоро увидимся.